Белорусские адвокаты 12 мая дадут бесплатные консультации многодетным семьям, а также родителям, воспитывающим детей-инвалидов. Акция приурочена к Международному дню семьи. В Новополоцке в течение дня можно обратиться в юридическую консультацию по молодежной 146. В Полоцком госуниверситете запустили серию кинопоказов «Глазами войны». Студенты третьего курса уже посмотрели и обсудили фильм «Иди и смотри». Следующий показ состоится 17 мая. В концертном зале Полоцкого коллегиума в 14 часов покажут киноленту «Восхождение». Образцовый ансамбль танцы и песни «Продвинские россыпы» представит отчетный концерт «Песен, звон да пиропляс. Запрошаем у гости вас». Он состоится 13 мая в Центре культуры Новополоцка. Начало 18 часов. В рамках первого этапа республиканской акции «Не оставляйте детей одних» в парке культуры и отдыха Новополоцка прошел праздник безопасности. Работники МЧС продемонстрировали аварийно-спасательную технику, провели различные конкурсы и викторины для детей и взрослых.